На, говорит Артем, езжай. Мы дадим тебе машину, которой 300 тысяч лет. И ты на ней должен что-то выиграть. Там уже пытаются меня Чё ж ты так отормаживаешься, дебил, когда у тебя впереди столько места? Да за что? За какое Сука! Да блин, пошел нахер! Ну дебил, сука! Что это? Привет всем, дорогие друзья! Вы на канале Григард Плей, и сегодня мы гоняем в Project Cars 2. Не было долгое время, чуть больше недели видосов, я заболел и не мог ничего снимать. Сейчас вроде болезнь отошла, голос появился, и можно приступить к гонкам и к следующим обзорам. Ну что ж, ставьте лайк, дорогие друзья, и погнали! Сегодня я возвращаюсь к прохождению карьеры. Тут у меня гонки были на Астон Мартине, остановился я на трассе Хокенхайм Ринг. Так, что за сообщение здесь? Астон Мартин Рейсинг. Вы доказали выдающуюся преданность. Ля-ля-ля-ля-ля. И преданность мы потом проходим. А сейчас давайте к гонке вернемся. Так, практика, квалификация. Гонка будет у нас... давайте 6-минутную гонку с прогревочным кругом сделаем. Ставлю сложность на 75. Так, это все не меняю. Какая музыка? Поехали! Итак, воздух сколько? 60 по Фаренгейту стоит, блин. Во, поменял 15 градусов воздух, 20 градусов трасса, ясно, все отлично. Давайте посмотрим настройки машины, сколько там мне топлива залили. Мне залили 51 литр, ну 14 кругов, многовато. Я возьму где-то литров 20. На 5 кругов, я думаю, мне хватит, чтобы время показать. Так, практика у меня впереди, довольно долгая, я помчал. Так, ну что сказать, машина более-менее слушается, но бывает на поворотах, когда ее закидываешь, зад все, идет своей дорогой, гуляет и машину заносит. Не стал я пока ничего менять, попробую так с ней бороться. Температура воздуха увеличилась, трассы тоже, может и сцепление увеличится. Сейчас квалификация будет и на гонку. Ну что ж, идет квалификация. Я тут туплю с переключением передач, но иду я первый. Минута 35,4 у меня время. Так, так, аккуратнее, аккуратнее. Этот поворот не любит Астон Мартин. Все, прошли. Иду я первый. В принципе, со второго или с третьего круга я это время поставил. И... ну вот дальше вот этот пень на Тойоте не дает мне его улучшить. Да дай проеду, гад. С большим и большим проездом шины греются и машина стабилизируется на самом деле. Так что, в принципе, Астон Мартин пойдет. Ну что ж, вы видите, что мое время минут 35,4. Обогнал я ближайшего преследователя. Из Extra Racing Sim на 1.5 секунды. Блин, в прошлом видео я просто горел на этой машине. В этот раз на большей сложности, чем тогда, проехать удалось вообще первым в квалификации. Чудеса, блин. Поехали в гонку. Поехали, ограничение скорости в 75. Не будем валить. Резина грета. Все в порядке. Будем спокойно, не давать им себя обогнать. 20 литров залит, кстати. 20 литров. Так, а это что-то до хера. Точнее, очень мало. Так, на 5 литров больше, но теперь я, по крайней мере, чувствую себя спокойно. Думаю, блин, если эти же 5 литров останутся про запас, хрен с ними. Ну что ж, может это... так я проехал из-за того, что купил лицензию, поэтому, может, она обновляется, и здесь пофиксили как-то ботов, и теперь на сложности 70-75 они для меня будут легкие, придется уровень повышать дальше, а то в прошлых заездах это было невозможно. Они меня вот так вот просто натягивали. Либо, как я заметил, Астон Мартин
после того, как шины греются, ездит гораздо стабильнее, чем, опять же, тогда, когда я гонял на пиратке. Странные вещи происходят, но благо это как бы в плюс, и это только в удовольствие мне. Просто повышу уровень на следующей гонке, и все будет супер. Блин, еду на скорости 70-80 даже, виляю туда-сюда, пытаюсь нагреть, у меня шины остывают. Тогда, когда я выезжал, только пересекал стартовую черту, шины были лучше нагреты, чем сейчас. Это, блин, это пипец. Нахер этот прогревочный круг на такой скорости вообще нужен? Там уже пытаются меня Да что это за дебил? Почему он меня на этом повороте постоянно обгоняет? Что за прикол? Да за что? Да что я сделал? Почему? Он меня же обгоняет, не я его. Где я-то нарушаю? Я не понимаю. Вот, он опять жмет, сука. Ну иди нахер. Сбавьте скорость. А почему он набирает? Пошел. Да за что? За какое Сука! Блин, он сейчас опять начнет подъезжать. Ну, блин, хоть сейчас получится нормально стартовать без этих всех казусов. Вон, вон он обгоняет. Ну дебил, сука! Что это? Все, блин, поеду за этим дебилом лучше. Хрен с ним, пусть едет вперед. Я его потом обгоню. Сука, уроды, блин. Давай. Потанцуем. Разберусь я с тобой. На одном из поворотов. Да прям на первом, блин. Конченый. Столько стартов мне засрал, гад. Что за игра, блин? Только хвалить начал. Сука, и казусы пошли. Говно. Сделали на коленках. Давай. Уже на секунду отстали эти дебилы. Уровень что, 80-й мне ставить? Да я в жизни думал, что на таком не поеду. В этой игре. Так, давай, не скользи. Плетутся. Давай, блин. Сколько мне там, 5 минут еще херачить? Так, попрыгаем немножко на этих апексах. Думаю, не смертельно. Так, вот этот поворот она не любит. Шины, как всегда, во время этой дебильной... этого дебильного прогревочного круга, они все. Уже никакие. О, смотрите, догнал. Ну, обгоняй. Ушу нахер. Хер тебе. В этом секторе они быстрее, чем обычно, что ли? Я не понимаю. И когда я ехал за ним, то есть ограничение скорости почему-то не работало. Я ехал там 180, его отпускал вперед, потом на 180 догонял. Нихера, ему вообще похер было. И игре было похер. Сука. Так, давай это, Астон. Веди себя прилично. Что-то ехал я как-то... забыл, что можно минусовку-то включить на фоне. Надеюсь, ее будет слышно. Вау. Вроде слышно. Сколько там мне еще? 3 минуты. 2 круга, то есть, примерно. Думаю, добью. И в следующей гонке буду повышать уровень сложности. Посмотрим на 80. Что смогу показать? О, смотрите, как обгоняет, лезет. 3 минуты
всю гонку отстает и именно здесь настигает. А я еду в таком расслабленном темпе. Где ж ты был на квалификации, друг? В жопе. Вот где. О, не вписываюсь. Прекрасно. Снизьте скорость. Окей. Как раз перед поворотом. Снижаю, бро, снижаю. Не ругайся. Все, доволен. Штрафы дебильные. Выключил бы их нахер. Чуть-чуть срезал, все, блин. Не игра, а долбанный надзиратель. Я понимаю, там Грич штрафовал более-менее адекватно, там срезал, на тебе 2 секунды штрафа, а здесь какие-то ж заезды в боксы, это вообще зачем? Аккуратно, аккуратно. На третий здесь. Поеду. Может, даже на второй. Лишь бы тачку не занесло. Тихо, 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 тихо. Ну что там они? 50 секунд. Тихо. На траву не надо. Все, последний круг, можно сказать, и финиш. Слава тебе, Господи. Блин, как этот хер меня достал в начале. Раза три из-за него, наверное, перезаезд нажимал. Говно. Не, мне нравится, как ведет себя вообще в самой гонке лицуха и машина. В этой лицухе. Совсем другое ощущение. Вот, стабильно еду. Я помню, как я горел в прошлой гонке, по-моему, не помню на какой трассе. Тоже на Астане, это было просто что-то с чем-то. А сейчас вот, я поворачиваю, он прогретый, он поворачивает как, сука, человек. О, смотри-ка, подъехал. Атакует. Только не разверни меня, гад. Я ж за себя не отвечаю. Разобью все тут нахер. Финиш, где ты? Ну, слава тебе, Господи. Нормально, нормально, нормально. Первый есть первый. Победители не судят. Ну что ж, давайте посмотрим, что еще тут есть. Гонки определенной марки. Видимо, из-за того, что я игру саму поменял, эти сохранения не работают. Астон Мартин еще не набрался в лицухе. А вот соревнования по приглашению есть. Исторические, например. Лотус. Трофей Лотус, короче, винтажный. Давайте посмотрим, что это вообще такое, потому что я еще не ездил. Параметры карьеры 75. Давайте попробуем 80. Посмотрим, что это за херня и вообще как этой машиной управлять. Тут можно машину сменить? Не, нельзя. Поехали, ладно. Посмотрим. Автодрома Назионали. А, Монца. Понятно. Автодрома на тебя. Монца, блин. По-человечески. Тут у нас вообще дождь, 9 градусов. Короче, зябко. Что сказать? Есть, блин, какие-то задачи. Почему вы без... Да пошли вы, дебилы.
Три круга, стартую я восьмым. Ну, хотя бы не последним, спасибо. Погнали, что сказать. Ну что, стартуем. Как тут вообще, что делать? Лол. Вот это болит. Штрафной, да блин. Да за что штраф, объясните, да чё сразу штраф? Да что это за дебилизм? Поехали. Охренеть, вот это да. Вот это скорости. Амтрек-то я не знаю, твою мать. Где там карта, как тормозить, насколько тормозить машину, я вообще не ощущал, не пробовал. Сейчас ее повело так, что я обосрался. Давай. Вот это звук. Су я, пацаны, су на газ нажать. Вылечу еще нахер. Не дали даже тренировочку, квалификацию, ничего не дали. На, говорит Артем, езжай. Мы дадим тебе машину, которой 300 тысяч лет. И ты на ней должен что-то выиграть. Давай. Не знаю, обгоню вообще кого-нибудь? Или это чисто по фану заезд? Ой, нет, у нее шестой передача. Понял. Скользит. Где там четвертая? Твою мать, иди нахер! Не ссать, а обгонять! Нет, 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 нет! Вернитесь на позицию. Да как вы задолбали? Почему я не могу потолкаться по-человечески? Как? Это же не онлайн, кому я мешаю? Ботом, да пошли они нахер! Вся прелесть в том, чтобы проходить их, как нехер делать. Да блин, передач не хватает. Ой-ой-ой. Брызжут. Пошли. Да блин, ну да сука, колеса у них застревают в них. Шашечки на московских дорогах надо вспомнить. Бам! Бам! Не такие, правда, шашечки. Вернитесь на позицию 7. Да, блин, иди нахер. Чё ж ты так отормаживаешься, дебил, когда у тебя впереди столько места? Вот они расплодились на всю ширину дороги, и хрен с ними, что сделаешь. Да блин, опять эти... Пошел нахер! Еще дебилы вот эти подрезают постоянно. Ну, сука, идиоты. Так, притормозил, я не стал лезть на рожон. Во-во-во-во-во, неужели? Неужели пролезу здесь? Да, здесь пока можно еще давить. А вот здесь уже нельзя. Обидно сейчас будет терять вот эту позицию. Третью, почти даже вторую. Так, пошли нахер все, кто сзади. Я здесь сам разберусь. Не надо меня только подталкивать, лезть в мои колеса своими. Сука, колесами. Вот это да. Что это такое здесь? Скользит. Мразь. Выключите дождь. Не нужен мне дождь на такой машине. Вообще ни разу. Не-не-не-не. Да отлепись от меня.
раб. Тут сплошные прямые, в принципе, это как-то ситуацию облегчает. Так, этого можно обогнать уже. Я иду за тобой, OWA. Как тебя звать, я не знаю. Но ты, сука, будешь моим. Кто-нибудь дайте мне шестую передачу, она сейчас так нужна. О, гад. Это моя траектория. Нахер пошел. Слепстрим. Приди. Нахер это вообще лобовое? А, оно воздушным потоком отсекает там. О, ты еще здесь? Гад. Скользим! Нет, не скользим. Третья. Третья, выручай, выручает. Вот это, сука, гонки. Мать твою. Никогда не забуду. Что там дальше-то? Блин, я в передачах путаю. Здесь вообще лужа. Море, океан. Все скользит, все не управляется. Пятая передача. Сейчас будет шпилька такая затяжная. Только бы не вылететь нахер. Она нормально управляется, в принципе. Даже когда машину несет, ее можно поймать. Сколько у меня там еще один круг останется? Вот на этой прямой я должен его, сука, поиметь уже по все щели. Давай! Голос, приди! Сука, давай! Да, давай, ну пожалуйста, пройди! Что там впереди? Надо притормаживать уже. Наверное, зря я так притормозил. Ай-яй-яй, выносит. Нет, только не сталкиваться с ним. Не хочу. Пятая передача. Сцепление. Тварь. Она сыт этой водой мне прям в лицо, эта машина. Да блин, ну что ж ты так замедляешься, тварь. Ничего не вижу, меня заносит нахер. Да вы чё, серьезно? Не, давайте без этого. Да ну нахер! Ну давай, блин, как он меня так проходит? Непонятно, я тапку в пол жму, сука. Главное, не разверни. Я тебя умоляю, не разверни меня. Своими выходками. Я знаю, вы умеете. А, да, как бы самому еще не развернуться здесь. Нахер. Трасса мокрая. Первые два круга было норм. На третьем все. Я сейчас, блин, улечу в борт. Они еще на ускорении меня сделают просто на ровном месте. Я не знаю, что у них с тачками. Но им это явно изи дается. Эти участки. Вон там еще один лезет ко мне под левый борт. Давай, сука, ускоряйся. Надо их здесь обгонять, надо. Но походу хер мне, а не обгон. Потому что здесь они уже идут на ускорение, и дальше я не успеваю просто. Блин, да столько попыток я на это убил, и никак не могу. Первый раз в подиум хотя бы приехал, третьим. Вообще ни в какую. Сука, жесть просто какая-то. Они просто отличную гонку убили ебаным дождем, сука. И что мне за это дадут? Что-то дадут? То, что я на третьем месте. Или нахер пошлю. И все. И вот этот значочек. И все, и больше ничего не дали. Блин, жесть, я так упарывался больше часа, чтобы заработать сраный значок. А-а-а, пипец. Ладно, дорогие друзья, вот такая вот насыщенная... Блин, эмоциями и всяким говном получилась сессия. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в группу ВК. Вот, все анонсы там. Стенка там открыта. Это в свете последних событий. Некоторые понимают, о чем я. Вот.
Ну что ж, увидимся в дальнейшем, в следующих видео. Давайте, пока.